Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. И сегодня мы делаем дизайн колготки. На данный момент я мешаю топ с черным гель-лаком, чтобы у нас гель-лак был полупрозрачный. Так, пусть пока этот типс выравнивается, давайте следующую накрасим сразу. Да блин. Сейчас исправлю все. Вот такой полупрозрачный черный у нас получается. Отправляем в лампу. Так, берем черный гель-лак, у меня Blink 29, выкладываем его на палитру. Берем dots и делаем точки. Так, сушим. На этой типсе мы тоже ставим точки, только немного подальше друг от друга. Так, и между ними ставим уже не одну, а две точечки. Так, тоже отправляем в лампу. Это у нас просохло. Берем кисть и обводим вокруг. Кстати, это можно было сделать с самого начала. Так, обвели вокруг и сушим. Делаем то же самое со второй. Пока сохнут все типсы, возьмем третью. И просто наставим точек по всему периметру. Тоже сушим. Так, теперь берем топ. Одну типсу перекрываем топом. Без липкого слоя я взяла. У меня вот такой для типса я взяла, сам дешевый. Так, а вторую типсу мы перекрываем матовым топом. Тоже сушим. Так, здесь у нас другая типс просохла. И мы делаем на ней вензеля.
Так, ну вот так вот пусть получится у нас. Теперь берем акрил и посыпаем это акрилом. Я возьму акрил от Elite 99. Мне он очень нравится. Он, у него мелкий помол. И он не цепляет за одежду. Так, сыпем до тех пор, пока у нас акрил не будет, не перестанет блестеть. Потому что гель-лак в него сейчас все впитает. И у нас он может остаться блестящим. Нам этого не нужно. Это все, кстати, можно сделать матовым тоже. Сушим. Я посушу минутку, так как черный гель-лак не любит нормально просыхать. Тем временем вот такой вот дизайн у нас получился на двух типсах. Очень классный. Конечно, придумать рисунков можно. Не знаю, очень много. Можно белым накрасить также вензеля. Даже на этом рисунке можно все так сделать. В общем, будет по-любому красиво и очень модно. Вот просох наш третий дизайн. Удаляем все лишнее. Типсы. Можно даже без обводки. Видите, она нормальная. Но давайте лучше обведем еще. Вот смотрите. Так как я забыла сделать обводку, я перемешала ее с топом, чтобы дизайн не перекрывать еще раз топом. Поэтому можно сделать фон матовым, сделать акриловые вензеля вот такие. Вот. И потом также гель-краску или гель-лак черный перемешать с топом и натыкать уже точечков. И они будут на матовом блестеть. Будет очень тоже интересно. Вот такие у нас получились дизайны. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Естественно, можно вот этим вот, вот этот вот рисунок можно сделать белым. Или бледно-бледно-розовым. В общем, фантазия должна быть безграничной. И можно делать все, что угодно, было бы время. Вот. Так что, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем до встречи!